Коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий Степаненко. Я основатель и генеральный директор компании Hot Wi-Fi. Расскажу вам про то, как мы создавали нашу компанию и про выход в другие страны. Вкратце, чем мы занимаемся? Мы разрабатываем софт для гостевых Wi-Fi сетей, который помогает бизнесу решать маркетинговые задачи при коммуникации со своими гостями. Нам очень помог закон, который вышел в 2014 году, о том, что каждый гость при подключении к Wi-Fi сети должен идентифицироваться обязательно. Соответственно, данный софт стал нужен всем операторам связи. Коротко вот наша история. В 2012 году пришла ко мне идея о том, что гость при подключении к Wi-Fi сети может вступить в какой-то контакт с владельцем бизнеса. Я шел мимо одного из ресторанов, просто зашел, рассказал ему идею. Это был ресторан Pink Cadillac, который находится напротив зоопарка, там, во дворах. Я сказал о том, что давайте гости, когда подключаются к Wi-Fi сети, они будут авторизоваться через социальную сеть, и вы будете подтягивать все их данные, которые есть в социальной сети, и вы не просто будете тратить деньги на Wi-Fi сеть, но и получать какой-то профит за счет этого. Вот это произошло в 2012 году, я еще в университете учился. И я так продавал, ходил по вечерам, у нас было там порядка 30 клиентов, всем было интересно, все готовы были попробовать вот такой необычный софт. В 2014 году меня позвали в акселератор 3. Мы туда пришли, выручка была примерно там 100 тысяч рублей у нас. После акселератора мы выросли клиентов в несколько раз, и выручки мы выросли вот в 4 раза. У них там схема, они сначала дают всем одинаковые инвестиции на вход в акселератор, а дальше, если какая-то компания показывает,